включил. Если не включил, у меня красная точка. Круто, Лёш. Сейчас она так будет. А, это моё пилосом. Это сын, который, о, которым ты играешь. Это его сын уже вырос. Все, погнали. Погнали. Это моя любимая кино. Вы, блин, снимайте. Да. О! Пришли, ё-мо, на кладбище. Это репортаж. Ну, здравствуйте, мы пришли на кладбище. Сейчас будет видео, все смотрите это. Потому что мы пата! Если вы слышите эту музыку еще, то это моя. Нормально. Смотри, там крест полого. Отловите утолю, чтоб отсосся. Люди, давайте присядем. Давайте. Лёх, ты куда? Я как раз надо музыку понаволочить. Здравствуйте. Извините за задержку, просто мы... Ну, понимаете. Смотри. Кладбище, вы знаете об этом? Да. Это очень страшно. Новая. Слышите песня? Звуки? Если песню собаки, то я слышу. Песня у меня, собака там. И еще... Понятно.
Я пошутил, это действительно упал. Вот, идем на кладбище. Может, сойти на кладбище? Да. Смотри, как камень поломан вообще. Ой, я сохранил. А ты потом объедини эти видео. А не сяда? Можно. На моем можно. Мари. Да. Очень. Здесь ходят легенды, что здесь что-то черное, волосатое с дерева упало. Скажи, Лёш, еще раз. О! Лёш, скажи, что черное, волосатое что-то упало. Что сделал? Что? Черное, волосатое что-то упало. Люди, а где ты, Лёша, встретил то волосатое? Да, где ты его встретил? Просто шел? Ты запомнил, где ты его видел? Нет, я не помню. Какой это что? Он светил, он светил. Я по-новому все буду включать. Это типа наше вступление, чтобы скучно не было. Вот, лампа разбитая. Вот? Лампа разбита. Поставьте сталкер. Что? Поставьте сталкер, блин. Что? Сталкер поставь. Что? Сталкер. Чтоб пострашней. А мне выключить? А? А? Что выключить? Мою. Да, выключи и сталкер поставь. Слышите? Я слышал, как кто-то что-то рубал. Ага. Здесь еще какие-то дядьки с топорами шли. Это эти, блин, у того хуса пыли. Как? Да? Да. А да. Где? Ну у туда. У того хуса пыли домой. Ну все, пошлите, блин. Ну, смотрите, как забыли. Ну. Да что трюка? Что вы как трюка снимаете? Ладно, все, пошлите. Как будто она важная. Да. Пошлите туда, он. Смотри, что там. Люди, я злой по ступенькам. Ладно, вот давай. Люди, там еще тетя говорила одна, что есть путь до конфетти. Через да, речку. Есть. Через речку есть, я даже могу пойти показать. Да. Ого, эти ступеньки такие большие. Ужас. Ужас. Только видно даже, что их руками строили. Так. Пусти ко мне далеко. Включите сталкер. Пусти ко мне далеко. Офигеть. Люди, кто-нибудь... У меня, посмотри, как далеко. Люди, кто-нибудь... Лёв, включись. Я помню эти коней. Давайте посмотрим. Ну что? На коней. Да, Лёш. Лёш, включи сталкер. Я буду снимать. Лёш, я перекину. Всем? Всем. Обещаю. Ну, я хорошо. Мне нравится это видео. Да, хорошее, да? Лёш, врубай. Лёш, не вы. Смотри, там помойки стоят. Помойки? Угу, там. Где?
два? Две? Две. А, тогда мы заблудились. Так вот эти вот. Теперь заворачиваем. Сталкер. Конечно, вот здесь на скейтборде. Вот, вот здесь. Тихо! Это у тебя. Твою! Это мужик. И что? И собака. И чё? Нет. И чё тебе говорит твою? Я за колоду. Это, блин. Вот это мозга, что такое взять? Да, надо. Ну не ладно. Лучше здесь ничего не трогать. Выпущать. Да. Кто? Слышу шаги. Так, ребят, пошлите туда. Быстрее, быстрее, быстрее. Поднимай, пошли, пошли. Так. Могила. Нельзя поднимать, нельзя наступать. Лёша, осторожно, не наступи и не поднимай. Это с могилы вот этой, украинской, походу. Да, украинской. Пошли. Так, сюда. У меня ничего не может снять. Да? У меня постоянно, когда я сохраняю его, оно утоляется. Как это? Вот так. Само только что у меня утолилось, которое я снял, сказали мусорку. Я такой нажимаю, там его нет вообще. Ты куда идем? Это походу духи. Куда идем? Что у меня сразу? Пошли прямо. Это походу духи, не хотят, чтобы мы сняли. Да. А нельзя про духов ничего снимать. Главное, чтобы ты снял до конца кладбища, и мы, когда выйдем, ты только останови, хорошо? Ладно. Окей, у меня еще долго будет сниматься. Или возле своего дома снимаешь? Все, тихо. Предчувствия у меня плохие. Вот дорога. Вот две помойки эти. Так, ребят. Да, походу. Наверное, тот мужик уже ушел, правильно? Это не мужик, а тут. Вот тут был. Куда он мог пойти? Туда и туда, и туда. Да, не да. Знаю. И наверх. Может, он исчез, он же призрак. Капитан, ну, капитан. Итак, посмотрим, сколько длину эта дорога. Вау, какая она длинная. Ты посмотри. Ты посмотри. Ладно, пошлите. Смотри. Там кран. Где? Вон. Что там? Кран. Из него можно попить, наверное. Я хочу. Мы пить будем. Да. Куда пить? Стоп. А я оставлял его вот таким. Кто его выключил? Не знаю. Дядька, может, тот мужик? Я руки помою, заодно попью.
папа мышка, который меня не видит. Хватит, Саша. Лёша. Ой, Саш, я Лёша. Я забываю. Извини. Козёл ты. Всё. Понял? А ты видео включи, тоже снимай. Всё, ребят, пошлите наверх. Да. Не видео снимать. Только зря свою батарею тратит. Ага, вот именно. Ну, может, можешь включить дальше музыку до конца? Давайте. Я свою, да? Да. Наруто. Давай. У тебя только Наруто есть? Лёш, включи бомжарскую. Нет. Есть у меня ещё опыт джентльмен. Давай, давай, джентльмен. Джентльмены? Давай. Громко. Громко, чтобы орала. Орала? Да, должно орать. Сейчас. У меня и так оно сейчас будет орать, походу. Композиция. Да, у тебя же Наруто орёт. О, Лёша, вот. Знаешь, как называется твоё у меня? Вот, конец можно не слушать. Да. Какой у тебя мусик? Почему у тебя так мало мусик? Я хотел к тебе в память. У меня больше. У тебя вообще их нет. У меня 400 музыки. Это у меня другое, у меня музыка. Мне надо в музыку залезть нормально. Так. Извините. Это мой Макс. Мозг. Так. Угу. Идите. Давайте. Посмотри, как далеко. Посмотри, как все я пошел. Ты до могилы дотрагивался. И что? А можно? Да. Рыба. Она... А он уже спалился. Не настоящий. А? Не настоящая рыба. Сохранился. Давай, давай, давай. Слушайте, смотрите, тут гусик написано. Это большой человек или маленький ребенок? Не знаю. Если это ребенок, то это, походу, Дмитропетровска гусик у меня в школе. Посмотри, как вы пусть попихаете от меня. Виталика? Да. Ну, это из рыбосов. Можно было что-то в этом купить. Да. Купим. А это что за кладбище? Шесть ядов. Шестой яд? Угу. Люди, шесть яд. Это как завести шестой яд? Что еще у тебя есть из музыки? Александр Родион из Бородач, Барбара Стрейзер. Милиция, или ты не слышишь, нормальная музыка, которую человек нормально поет в напке. Так, что еще есть? Мистер Секс Убит, пистолет и война. Все? Все? Да. Ну и Наруто. Да, уж у тебя мало музыки. Ну что, опыт джентльмен дальше включать? Давай. Кто тут пил? Тут пил. Так, я свою помню это письмо.
кто это слышал? Чего? Что? Было такое... Будет? Будет? Да, слышал. Я утонил прямо на руто у тебя. Как? Не можешь? Можно. Не можно? Можно у меня. Я ему в память сошел. Как? Недоступно. Блин, Леша, гад. А ты у меня не веришь. У меня телефон вообще крутой. Только мне не удали, пожалуйста. Да. Леша, блин, включи, передай по новой, блин. Или включи. Там люди. Реально? Да, есть люди. Да. Там кто-то ходит. Не надо больше. Я сейчас тебя всех оставлю. Ладно, я у тебя не могу найти музыки. А как ты удалил мою? Легко, вот. Понять. Здесь полгода на ша утолить и все. Блин, ну спасибо, терновый прокачали. Хватит. А куда мы идем? О, это музыки? Нет. А что? Ну попробуй что-то. Блин, ну... Леша, все, я отключаю, блин. Не хочешь, как хочешь? Что не хочу? Рэп Наруто? Хочу! Прокачай, блин. Я передам. Руть! Ладно. Или ты сейчас прокачай. Угу. Лыстов. Там два трассы. Давай, вот это. Кстати, и вот это прокинь. Нет. Только вот. Я обнаружу. Пошлите мне обратно. Да, пошлите. Пой, пой. Ой,